Когда слова не подтверждаются на деле, пожалуй, именно так можно охарактеризовать политику Никола Пашиняна. Премьер-министр Армении в очередной раз сообщил о росте рабочих мест и заработных плат в республике. Казалось бы, новость хорошая, если бы не одно «но». Армянский народ утверждает обратное. Сделайте, что нужно, вытащите нас из этой грязи. А вы сидите на диване и думаете только о том, что вот снова эти пришли сюда что-то просить. Вы, Никол Пашинян, должны решить эти вопросы. Если не можете, то нужно выйти и сказать: «Я не могу». Это будет хотя бы честно по отношению к нам. Сегодня в Ереване снова акция протеста, митинг у здания правительства. Настаивают на открытии границы с Россией, чтобы можно было покинуть страну в поисках лучшей жизни. Мы встретились с главой МИД Армении, но его ответ не был ответом. Он не принимается. Проведите необходимые переговоры с Россией. Ситуация с коронавирусом тяжелая, но не настолько, так что нам можно и выехать отсюда. Нам никто не дает четкого ответа. Мне кажется, они просто не ведут переговоры. И сейчас всех подталкивают к самоубийству. Говоря о самоубийстве, участники акции имеют в виду, что иного выхода у них просто нет. После смены власти в 2018-м они надеялись на заметное улучшение социальной сферы. Прошло больше 2 лет, а обещания Никола Пашиняна так и остались пустыми словами. Неизменными остались только частые митинги. Выходить на улицы с требованием, наконец, улучшить их социальное положение стало для простых граждан, мягко говоря, печальной традицией. Мехрибан Касумова, CBC.